16 февраля Воронеж отметит десятилетие присвоения ему почетного звания «Город воинской славы». На плановом совещании в мэрии заместитель главы администрации по социальным вопросам Надежда Савицкая рассказала о наиболее значимых мероприятиях. В рамках юбилейной даты в учреждениях образования, культуры, спорта в соответствии с утвержденными планами проводятся торжественные и памятные мероприятия, классные часы, открытые уроки у объектов культурного наследия, патриотические акции, выставки, экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Музеи муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в историко-музейном проекте «Письма войны». В Центре военно-патриотического воспитания музея «Диорама» организованы выставки документов, фотографий, наград, солдатские судьбы и награды России. 16 февраля программу торжественных городских мероприятий откроет церемония возложения венков и цветов к вечному огню возле музея «Диорамы», там, где, собственно, и находится стелла «Город воинской славы». Основным центром торжеств станет сити-парк «Град». В фойе ивент-холла расположатся выставки оружия, обмундирования и снаряжения военно-исторических клубов города, а также Центра военно-патриотического воспитания музея «Диорама». Выставка будет представлена четырьмя тематическими блоками: «Воронеж – колыбель русского флота», «Воронеж в годы Великой Отечественной войны», «Воронеж – родина ВДВ» и «Современное вооружение 20-й армии». Также в фойе пройдут показательные выступления, плац-концерт, роты почетного караула Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Основными событиями праздника станут торжественное мероприятие «Концерт» и заседание правления Союза городов воинской славы. В торжественном мероприятии примут участие руководители города и региона, члены общественных и ветеранских организаций, почетные граждане города Воронежа, курсанты военных образовательных учреждений, юноармейцы, ну и другая общественность города. На сегодняшний день свое участие в праздничных мероприятиях подтвердили представители Союза городов воинской славы. Участники торжественной церемонии окунутся в атмосферу значимых исторических эпох для нашего города, обратятся к его военной истории и воинским заслугам уроженцев и жителей нашего города. Для гостей праздника прозвучат музыкальные композиции в исполнении творческих коллективов Института МВД, Культурного центра ГУВД, Воронежского хора, ВСИН, Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. В рамках торжественного мероприятия состоится награждение общественными наградами Союза городов воинской славы, почетной грамотой и медалью за активную патриотическую деятельность организаций, ветеранов и граждан, внесших значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Медалью за участие в военном параде в День Победы будут награждены 50 воронежских школьников, членов отрядов Всероссийского движения «Юнармия».